И опять мой любимый автор. Филиппов. Ирина Богушевская. Ирина Богушевская, она как бы не совсем бард. И вот буквально сегодня в интернете я вычитала стиль, в котором она поет. Его называют так: театрализованный джаз или кабаре-рок. Собственно, каждая песня Ирины Богушевской — это такой небольшой спектакль. И вот лично у меня всегда, когда я слушаю песню Богушевской, в голове возникает какое-то действие на театральной сцене. А в частности, почему ее поют барды, не знаю, как-то они облюбовали ее творчество, и даже впервые песню Богушевской я услышала в исполнении не Ирины, а бардов, собственно, Никиты Дорофеева, про которого мы сегодня уже рассказывали, и песни которого пели. Вот. Ну и, собственно, нам тоже ее творчество очень нравится. Песня, которую сейчас Люда и Света споют дуэтом, называется «Шелк».